Знаешь, чем хорошо вот в нашем вот этом подполье выступать? Ты пьешь, все пьют. И никто не слышит ничего там. Можно на трех струнах играть. Но мы не будем играть трех струнах, мы будем честно петь. Вот. Я что хочу предложить, чтобы не затягивать наше время там, чтобы я от себя тебя не порол. Миша хорошую тему затронул, да? 6 декабря битва под Москвой, будет юбилей. Что касается, о чем говорил, 7 ноября, этот праздник мы объявили, да? 41-м уходили не по кабакам, а ресторанам, уходили на смерть, на фронт, одна винтовка на троих. Поэтому 7 ноября, или 4-го, там, не знаю какой, это не праздник. Я сижу в деревне, наблюдаю, как даже 20 объявили, 22 июня началась война, и все, пьянь местный гудит, все, даже фейерверки. Но давайте подумаем, началась война, это не праздник. Когда в 41-м уходили сразу в бой, под Москвой было 40 километров, это не праздник. Примирения нет и не будет никакого, и согласия тоже нет. С кем? Вы чего, хотите с Потанинами, с Прохорами примириться? В чем, мужики и дамы дорогие? Поэтому вспоминать наших дедов и отцов. Они уходили на смерть в 41-м с Красной площади. Уходили. И Сталин никуда не бежал, а стоял на мавзолее. Когда вы слушаете бред, который сейчас несет, это неправда. И это были великие люди. А мы их наследники. Не давайте себя дурачить. Я ни за кого не голосовал 30 лет и не буду. Из двух куч говна выбирай одну, измажешься все равно. Не будьте баранами. Единая Россия, справедливая Россия. Одна Россия должна быть. Не единая, справедливая, а просто Россия. Неужели непонятно? Так что давайте лучше вспомним сегодня. Я понимаю, выборы. Я даже знаю поименно, кто на этих выборах завяз так, что приехать сюда не смог. Ну, бог им, надо же как-то выживать, так гнуться под кого-то на этот вечер. Это деньги тоже самое. Выборы всегда деньги. Я, например, ничего не буду говорить про тех, кто сегодня сюда не приехал. А вам большой поклон, низкий поклон, потому что здесь собрались адекватные люди. Или служивые, или служилы, как на Руси говорили, кто еще служит, и кто уже отслужил. И нас уже не обмануть, не испоганить, не исправить никто не сможет. Поэтому я начну вот свою часть концерта. Благодарен Мише, он правильно сделал, что начал. Даты впереди великие, судьбоносные. И битва под Москвой первая. И парад уже был там. На фронт пошли. Одна винтовочка троих. Потом подошли сибирские дивизии, уральские дивизии. А ведь в 41-м, к ноябрю, если вот я занимаюсь, я кандидат исторических наук, вот этим только и занимаюсь, еще дохристианской Русью. Но не было, ну все, пустой путь на Москву. Иди и бери. Это у немцев обоз не подтянули там, они чего-то завязли где-то в грязи. Моторизованная часть завязли в грязи. Они Белоруссию, Украину прошли на раз, как нож сквозь масло. И Смоленск взяли тоже на раз. А Москву, вот тут, возможно, случилось чудо. И мы живы благодаря, что чудо случилось. И что под танки ложились. Все как у Калинкина в песне. В контратаках шмассеры рвали. Вот он, замечательная песня. Я вот на машине кручу, и меня остановил мент. Он теперь полицай, да? Остановил ГИБДДшник, но он в Моздоке служил, да? Он такой старший прапорщик. А у меня Калинкина песня в машине. Вот это как раз. Любимый самый диск у него. Еще про танки. Ну, я танкистом. Да подожди, надо рассказать же, с кем мы имеем дело. Вот с Калинкиным, с Мишкой. Заодно себя там где-то как-то разъясню, покажу. Значит. Ладно, я отношу стихами. В общем, всем все понятно. Чего рассказываю? Все. Значит, Верстаков, как всегда, заболел. Со своим КПРФ, блин. Приехал, тут же заболел. Ну, сколько же можно пить на ветру на нашем московском? И горло драть. Болеет. Но 13 декабря будет обязательно. Иначе проклянем его все там. Ну, в общем, а начну его словами. Вот офицерский романс. То, что Калинкин и я, и Витька Верстаков, мы делаем, это офицерский романс. Как бы.
как не называете. И вот стихи такие. Виктора Верстакова, замечательного полковника РВСН, замечательного журналиста, замечательного поэта. Офицерский романс. Желтый лист на погоне. Еле слышное эхо забытой войны. И чужие глаза, и родные ладони, батальонные явь, гарнизонные сны. С 18 лет под военные марши мы служили и жили, и верили в них. Офицерский романс, он для тех, кто постарше, он для тех, кто случайно остался в живых. Полковой барабан громыхает все глуше, все пронзительней пули над нами жужжат. Слух привык ко всему, не привыкли бы души, те, что Богу и Родине принадлежат. Офицерский романс, одинокие ноты перетянутых струн в ослабевшей стране. Замолчать бы навек, но невидимый кто-то подпевает в полголоса там, на войне. В этом ключе позвольте продолжить хотя бы первую. Старый друг, что-то друг, захотелось с тобой поделиться тихой грустью по милым и схоженным с детства местам. Странный сон, унисон этой грусти порою мне снится, будто здесь мы с тобой, и как будто бы все еще там. Там, где косы берез, теплый ветер в ладонях полощет, там, где россыпи роз жемчугами в высокой стерне, там, где жизнь нам казалась значительно легче и проще, чем сейчас, в этот час необъявленный долгой войне. Сон незмен улетел, он как облачко призрачной выси, охнул близкий разрыв и на землю смертельно осел. Старый друг, новый круг нашей жизни начнется в России. Горькой памятью сердце о тех, кто дожить не сумел. Старый друг, что-то вдруг захотелось с тобой поделиться тихой грустью по милым и схоженным с детства местам. Странный сон, унисон этой грусти порою мне снится, будто здесь мы с тобой, но как будто бы все еще там. Я хочу просто, поскольку не выстраивал никогда вот эту тему, не писал концерты, и вот к стыду своему должен сказать, что там за последние года два ничего нового не написал, ей-богу, вы уж меня простите, как-то так сложилась жизнь, не до этого было. Поэтому большая к вам просьба, если есть какие-то заявки, мои песни, песни моих друзей, вы говорите, просто давайте говорить, что я буду петь. Игорь вот. Николаевич. Да. «Полночный тост». Держим. Да. Да. Песня грустная. Не смотрите, кто где служил. Там 103-м, 345-м. Там тоже стоит песня поминания. Поэтому это все о нас и о наших боевых друзьях. Я поднимаю тост на друга старого, с которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга.
надо верно, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было его. Последние патроны сигареты ли мы поровну делили пополам. Одною плащ-палаткою согретые мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, куда бы ни забросила судьба, я помню, как однажды друга лучшего свела со мной афганская тропа. На старой фотографии любительской, еще после атаки не остыв, стоим мы, два десантника из Витебской, устало улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлую, свеча горит и тает стеарин. В день последний верили с Алешей, тот день пришел, я праздную один. За окном ночная тьма колышется, лежу на фотографию, курю, и мне охрипший голос друга слышится: живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. Я пью вино до старого товарища, а был бы жив, он выпил за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. А я пью вино за старого товарища, а был бы жив, он выпил за меня. Спасибо, извините за грош настрой, но ведь третий тост можно пить без конца, потому что у нас всей жизни хватит, чтобы вспомнить всех, кто нас покинул, ушел на войне и без войны. Так что я бы предложил, если вы не против, давайте нальем и еще раз третий тост, уже было, еще раз выпьем. Мы всех кого-то потеряли, из ближних, из дальних, из самых лучших, самых надежных. За много войн, которые вела Россия и Советский Союз за 20 век, за 21-й. Дайте, пожалуйста, кто-нибудь. Лёш, символично. Ну, запей. У меня много за последние 5 лет. И отец, и мать ветераны войны, той большой, великой. Оба офицера умерли. Тесть, тещи тоже офицеры, тоже умерли. А друзей работы вице-президентом МПЛ обхоронил без счета. И молодые совсем. Из Ингушетии, из Дагестана, из Чечни. В МПЛ он существует, продолжает. И ребята воюют. Но, ей-богу, тяжело очень, потому что не успеешь похоронить уже кому-то 9-й день, кому-то 40-й.
сбежал в деревню. Может, трус проявил, наверное. Ну, в общем, а что рассказываю? Наверняка все это знаете. Вы знаете, все, что скажем близким человеком, друг ли это, родственник-то, потихоньку умираешь сам, умирают твои, значит, ты тоже. И чем дольше живешь на свете, тем уже круг, который когда-нибудь удавкой на твоей шее сомкнется, и мы тоже уйдем. Но в преддверии Нового года говорили о том, что и так все знают вроде как-то. Вот приближается... Мы спорим, вот из декабристов, все, кто там был в 79-м, я не был в 79-м, я пришел в 81-м, а вот первый, вот Карась, вот только его знает, да, который штурмовал начал Ташбек, потом поле Черхи, такой был, в декабре 79-го. Победа была или не победа? Кто-то говорит из выпиловцев, из декабристов, это была победа, мы выполнили задачу и все. Афганистан-то, в общем-то, как-то и странно, что это там такое было. Но неважно. Я вам хочу просто одну песню спеть, поскольку другие положения поступают. Замечательного поэта, замечательного офицера, полковника Климова Сергея по кличке Карась в 79-м году. Ее исполняли разные варианты. Я спою, как пел Кирсанов, когда стал известен на кассетах. Сам-то он поет... Ну ладно. Корпус Дат такая приближается. Афганцы знают, когда началась война. Вон. В декабре зимы начало, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь. В декабре меня кроха спросит, потирая озябший нос, папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Слезы радости, помни об этом, и друзьям своим растолкуй, отчего так дорог этот правильный неуклюжий мужской поцелуй. Отчего нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи вспомнен наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Почему второй? Потому что третий появился значительно позднее. Это декабрь 79-го года. Вот еще праздник такой у нас здесь наблюдается. Уже наблюдаю. Так, вот здесь сидит замечательный поэт, русский офицер, полковник Грибанков. Он там сидит себе тихонечко, песни заказывает, да? У него подлежал день рождения, ему исполнилось 42 года. 6 заедов в Чечне, десантник в составе боевого СОБРа. Десантник, теперь начальник ЧОПа. Поприветствуйте его. Из ранними с ногами переломными, жирными все повытянули. Вот он пишет замечательные стихи. Есть идея, вот, если вы поддержите, ну, это потом поговорим. Надо какую-нибудь такую композицию сделать, такую нормальную, на какую-то тему. А то мы каждый сам по себе, как бы, вместе будет лучше. Ну, посмотрим. Леш, днем рождения тебя, дружище. Спасибо, Николай. Вот. Спасибо. Вот и... Он скромный такой, он по жизни скромный. На самом деле, сколько у него там заробок на прикладе, знает только он, и никто не спрашивает. А, ну да, путай, директор департамента. Так и да, везде наш человек. Даже главного ГУПа. Ну, не важно, просто. Сам
И ничего больше. Ну, самый лучший советский десантник Патюк. Да, десантником он стал представить при империи. Слава ВДВ! Слава ВДВ, действительно. И вот сейчас мы специально для десантника Рыбанкова, с вашего разрешения, конечно, старую песню, написанную таким десантником Валерой Первушкиным в 70-х годах. Вы все ее знаете, только в переделанном виде в Афганистане. Леш, я специально для тебя. Тогда он был молодым и красивым, так что песня точно про него, при совке. А у десантника судьба порой коротка, как рукопашный бой. И небо синее над головой, и до звезды достать рукой. Ты прислушайся, летят и гудят самолеты в тишине ночной. И раскрываясь, купола шуршат над твоею головой. Ты прислушайся, летят и гудят самолеты в тишине ночной. И раскрываясь, купола шуршат над твоею головой. И нашей славе не завидуй ты, пусть даже дарят девушки цветы. А может, завтра в тишине ночной я не раскрою запасной. Но ты прислушайся, летят и гудят самолеты в тишине ночной. И раскрываясь, купола шуршат над твоею головой. И ведь недаром люди говорят, что в ВДВ куют стальных ребят. И пусть любимые спокойно спят, они покой их защитят. А ты прислушайся, летят и гудят самолеты в тишине ночной. И раскрываясь, купола шуршат над твоею головой. Ты прислушайся, летят и гудят самолеты в тишине ночной. И раскрываясь, купола шуршат над твоею головой. Сейчас всех сдам тут подряд. У нас здесь собираются, вот вы все неординарные люди. У нас на подпольных наших концертах накроют ничего, нам предъявить нечего, вроде не предавали там и не торговали ею. Здесь сидят, замечательно, сейчас даю, Павел Яковлевич Поповский, посмотрите, вот стоит. Знаете, председатель Союза десантников России. Ну тот подсудимый, якобы они там убили тогда, да, вот, это начальник разведки, вот, ВДВ. Ну помните, да? С этими... Ну вот он жив и здоров, и слава Богу. Вот. И возглавляет теперь мощнейшую организацию Союз десантников России. Вот. Тут еще многих могу назвать. Секретных, полусекретных, а вообще-то чего тут? Ну ничего, потом, может быть. Главное посмотреть друг другу лица. Это люди, кто не предал. Понял, как песни у этого? Посмотрите, ребята, память лица постраивала вряд. Но теперь не только десант, но были и другие подразделения, малозаметные. Ну, переделка первой, после первой колонны, я управление своими там двумя бойцами потерял полностью, и все смотрел на небо, когда вертушки прилетят. Ну, не знал еще, что надо делать. Слава Масловский, комбат 2, мотопехота, 860-й полк, командовал позывной «Восход». Я написал песню про переделку. Через перевалы и долины, сквозь огонь снарядов и гранат, мы вели колонны вдоль по горным склонам, от Кундуза и на Файзабад. Их путь дороги Афганистана, сквозь огонь и засады душманов. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь до Файзабада, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли 3 дня 3 ночи, трудно было очень, но водитель не глушил мотор. Их путь дороги Афганистаном, сквозь огонь и засады душманов.
а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома. Может быть, в союзе неким лицам наши песни будут не в момент, но не позабудем, если живы будем, мы на афганских выжженных дорогах, будь дороги Афганистаном, не страшны нам засады душманов, ведь помирать нам рановато. Давай! Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Теперь здесь есть ребята из 345-го парашютно-десантного полка, песни Виктора Верстакова, который там заболел. Ладно. Но он мне решил давно же эту песню петь, я спою. 345 парашютно-десантный полк, легендарный. Его потом выдернули, когда уже был выведен на прикрытие нашего фейзабадского полка, бросили на Кундуз, когда они уже были все в Союзе. Была страшная рубка под городом Кундузом. Положили всю, весь батальон командос, одни бабы там, дом женщин были. В бригаде командос были женщины. Аэродромная обслуга, и вот бросили десантник. И Джохар Дудаев, герой Советского Союза, да, парадокс жизни, он бомбил выход в 860-м отдельном стрелковом полку, обеспечивая дивизию 3-дивизию бомбардировщиков. А никто не знает, забыто, да? Герои только вот эти вот. Телепузики, ну это бог с ними, они там разведчики, хрен народ, юрист сам замечательный. Ну вот это вот, а я знаю, потому что 860-й полк в прошлом году, в этом году, конечно, 70 лет, это гвардейский полк, который с войны был, 860-й отдельный мой стрелковый полк, как он шел в ту войну и как он шел, выходил из Файзабада, я знаю. Поэтому песня такая вот. Опять про колонну, нет, да, так, может быть кто-то, 345-й полк. Здесь опять про десант, прошу десантный полк. Петь Верстаков. Обнимись с друзьями боевыми, фронтовик поймет фронтовика. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Мы были молоды в баграме, как свистели пули у виска, как сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. Как сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. От Кубу Кабула и до Бамиана возле мы покручим в облака, сквозь рассветы рваные, как раны 345-го полка. Сквозь рассветы рваные, как раны 345-го полка. Павшие поймут однополчане, но мы сегодня выпили слегка, слишком много горя за плечами 345-го полка. Слишком много горя за плечами 345-го полка. Ну а тех, кто предал нас отныне, нас и все десантные войска, мы их не простим уже во имя 345-го полка. Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, и в Москву войдем наверняка, как в освобожденную столицу 345-го полка. В русскую священную столицу 345-го полка. Теперь память побратиму Вадим Бурага, КМСской эскадрильи Бадахшанской и всем вертолетчикам, голубым князьям, небесным, как-то называли, эта песня. И
Сейчас, сейчас, подожди. Все, кто служил в ВВС 40-й армии, неважно кем, летунами, техниками, метеорологами, какая разница, все это была небесная эскадрилья 40-й армии. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей, а внизу страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. А внизу страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. Но не верь в спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алые высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты алые высветят право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разлеглась квадратика полей. Ну а это всем разведчикам, кто пережил войну и живет сейчас, и кто ушел в мирное время. Ты по кромке ледника шел, как по канату, рвали тело на куски скальные клыки. Разглядеть старался мир, прорезь автомата, и Аллаха самого цапал за грудки. Ты столетия отмерял тропами овечьими, ты в обойму загонял чьих-то 30 суть. В умных книгах назовут путнями разведчика этот пройденный тобой невозможный путь. В книгах назовут путнями разведчика этот пройденный тобой невозможный путь. Воду пил из орыков пригоршнями полными, и в желтушечном бреду материл весь свет, и накатывалась грусть ласками волнами, когда с почтой получал тоненький конверт. И накатывалась грусть ласковыми волнами, когда с почтой получал тоненький конверт. Старался жить, как отцом завещано, на людскую суету не желал смотреть, но тебя не излечить ни вину, ни женщинам, ни работе, ни друзьям боль не одолеть. Но тебя не излечить ни вину, ни женщинам, ни работе, ни друзьям боль не одолеть. И тогда маленький перебег. Спасибо. Ну, кто-то помнит, наверное, Высоцкий. Тут когда фильм хороший сняли. Очень хороший Высоцкий. Я вот как бы вырос на Высоцком. Даже не на Акуджаве, на Высоцком и Битлз. Я бы так сказал. 60-е годы. Битлз был совершенно незнаком. Но как цеплял, а Высоцкий пел о том, чего я там
Ну, мой отец точно знал, когда Высоцкий пел про войну, о чем поет. Не бывший на войне. Но не важно. Вот у него была песня к театру, по-моему, там собрались 10 негритят, чудаков есть, чудаки есть 9. Один сказал, что Геббельс срет, и осталось 9. Ну, это какой спектакль. Я что-нибудь придумал, но потому что там ложилось очень четко, вот как бы по строчке песни вот этого. Песня о тех, кого я потерял личного. Ну и, наверное, командование потеряло, еще чего-то, потому что лезли куда не надо. Спасали тех, кто нас об этом не просил. Вот так. Это песня о пяти каскадерах называется. Пять каскадеров лезли ввысь покруче на Памире, но сверху камни сорвались, и их уже 4. Однажды четверо пошли в кишлак под Гюльханою, и власть народную спасли, но их осталось 3. Три каскадера шли в песках, плелись едва и два. Один ловушку прозевал, и их осталось 2. Из кишлака, услышав крик, решили поглядим, но там был снайпер, штурмовик, и уже 1. Один вернулся, и ему молиться бы судьбе, но стал не нужен никому, и главное, себе. За рюмкой коротает дни, он сжег себя дотла. Снова встретились они, такие вот дела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Такая судьба была вот у друзей, у ваших тоже, ребята, вы же знаете. А вот тоже такая была. Не нужны никому ничего, пушечное мясо. А как жить? Если своих убивать, даже если не хочется, нельзя. Даже если последняя сволочь, да. Конечно. Сложно. А? Да. Я не могу, старина, так вот, за Мишу Афиньевича москвичей винить в одном, потому что как-то по персоналям почти не писал, никогда я не пел. Пел обо всех сразу, и о потерях, и о живых. Ну вот. А? Орден в кулаке. Ладно. Да, вот это похоже. Товарищ Кулаке или балладу убрать сначала, они двойные, там все, судьба одного Саши, там у меня друг был, судьба одна и та же. Афганистан, да, говорим в Кулаке, да. Вторая пьет. Когда за ордена нам вручали. Разожми кулак сведенный, друг, товарищ, пусть засветится эмалевый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ и разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злое небо чаквардака, догорающий на склоне вертолет, как захлебывалась пятая атака и как кто-то грудью лег на пулемет. Ну а эти за столом под образами, за скатеркой из зеленого сукна, не они тебя на рейды провожали, не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся непманы, прожигающие частный капитал. Нам отпустит все грехи официантка и под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, а я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки,
А кто-то памятник при жизни возведет, кто-то в спину нам пролает недобитки, а кто-то руку понимающую пожмет. Помнишь Пашку, а Валерку из Баграма? Оба в 83-м полегли. У Павлухи только старенькая мама. А Валерка звал невесту Натали. Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины. А ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной. Так на фронте обывают ордена. Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины. Ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной. Так на фронте обмывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями. У бессонницы забвения не проси. Отвези нас на свидание с друзьями. Несговорчивое позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком мы суровые на вид? Но подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного? Или слишком мы суровые на вид? Но подбрось нас до поселка Вострякова, помолчать у краснозвездных пирамид. Ну,